Дорогие друзья, всем привет! Один из читателей моего блога не так давно попросил рассказать о курортах Черногории. Я рассказывал о многих курортах Европы, но вот как-то Черногорию все время обходил стороной, и мне пришла все-таки идея сделать такой небольшой обзор не по классическим морским курортам, а по термальным и минеральным курортам Черногории. Вообще, термальные курорты Черногории, они мало популярны, хотя эта страна как бы является достаточно востребованной у россиян, которые, кстати говоря, в 2019 году заняли первое место среди покупателей недвижимости в Черногории среди иностранцев. По моему личному мнению, власти Черногории допустили только одну критическую ошибку. Они так и не начали интенсивно пиарить свои бальнеологические курорты. Но вместе с тем, в Черногории есть и термальные, и минеральные воды, и грязи. Сернистые источники этой страны помогают при бесплодии. Термальные воды и грязи лечат хорошо суставы, позвоночник, кожные болезни и даже мочеполовую систему. Итак, где и что лечат в Черногории? На курорте Игала лечат ревматизм, суставы, позвоночник, органы дыхания, сердечно-сосудистую систему. Здесь очень неплохие санатории и спа-отели, применяют термальную воду, применяют грязи. И здесь, кстати говоря, также очень хорошо можно отдохнуть на море. Возле города Белополе, ну по-русски Белое поле, есть источники питьевой минеральной воды, но чтобы полечить желудок, сюда ехать не обязательно, потому что эту воду бутилируют, ее можно как бы купить в супермаркетах. В самой южной части Черноморского приморья, в Ульцинской ривьере, есть сероводородные источники, которые хорошо помогают при гинекологических и кожных болезнях. И также говорят, что эта вода очень хорошо лечит бесплодие. Некоторые отзывы я читал по этим источникам. Ну, в общем-то, они достаточно вдохновляющие. В Черногории есть Бока-Которская бухта. Там есть источники также минеральной воды и грязи, которые лечат сердечно-сосудистую систему и нервную систему. И, в общем-то, по отзывам гостей, очень неплохо улучшают состояние кожи. Многие гости Черногории, конечно же, лечатся самостоятельно, ну так приезжают, намазываются грязями, чего я делать не рекомендую. Ну, во-первых, есть четкие показания и противопоказания к грязевым процедурам и купаниям в термальной воде. Во-вторых, я вам скажу, что результат будет только от системного лечения, а не от 2-3-разового намазывания грязью. Поэтому я рекомендую рассмотреть бальнеологический комплекс Врмач в городе Прчань. Там лечат позвоночник, суставы, сердце, сосуды, легкие и даже частично кожу. Конечно, сейчас бальнеологические курорты Черногории в основном работают, в основном ориентированы на внутриевропейский рынок, но по ценовой политике могут вполне конкурировать и с чешскими курортами. И в отличие от Чехии, Черногория может предложить, конечно, и морской отдых, в чем, собственно, ее большое преимущество. Дорогие друзья, если нужны какие-то консультации по выбору курорта, в описании к видеоролику я оставляю контакты. Звоните, пишите, хорошего вам настроения.